замечательного гостя, заслуженную артистку России, народную артистку Республики Коми, Альфию Каратаеву. Встречайте! Человек талантлив, но человек талантлив во всем. Я знаю, что старинные русские романсы вы замечательно поете. Мне хочется, чтобы ваше играние
только приумножались. Творческих друзей у вас, чтобы прибавлялось, и чтобы творческие вечера проходили у вас как можно чаще. Хочется вам только счастья всяческого, человеческого пожелать, и, конечно, творческого вдохновения бесконечного. Анфилия, дорогая моя, дай-ка я слово молблю. Нет, вот на таких встречах убеждаешься, и это самое основное, что друзей тут, мне кажется, как много. Богатство какое, ой, богатство. Я бы даже и поделился очень сильно, ну уж я сам себе оставлю этих друзей, никому не отдам. Спасибо, молодец, вечно юная, вечно не унывающая мне, Алёша, как я говорю, сколько мы с тобой по нашей родной замечательной стране, по нашим спектаклям. Ой, сколько, а все-таки интересно. Время было, ты правильно, да? Интересно. Мне вот Дамир Басыров, наверное, кто-то знает, как-то он увидел мои работы на улице, стоял, говорит, он сейчас поёт в Чехии, говорит, он стоял, ну и зачем тебе нужна была эта консерватория, если бы имел залы, имел бы сейчас, был бы к народу? Нет. Вот время, проведенное в театре, это одно из самых лучших времен. Там столько было, там был такой кайф иногда вообще. Это здорово. Спасибо большое, что было. Творческого вдохновения, там, друзья, там, театр. Ах, это мы с днем разберем. Как говорил о своих стихах и песнях сам Владимир Семенович, расчет в авторской песне только на одно – на то, что вас беспокоит точно так же, как и меня. Те же проблемы, те же судьбы человеческие, одни и те же мысли, и точно так же вам, как и мне, рвут душу и скребут по нервам несправедливость и людское горе. Видимо, именно поэтому такой горячий отклик находили в сердцах людей песни Высоцкого о войне. Валерий Иванович, вы согласны со мной? Да, Валерий Иванович, сзади. Он у нас убежал куда-то. Мы тут говорим о песнях Высоцкого, затрагивающей песни о войне. Не очень получалось, но эта песня, в конце концов, она стала одной из лучших в концерте. Мы прощаем землю. Но у него есть не очень много таких камер, таких вот, таких песен, где один человек, действующий лицо, ну, может быть, два. Смерть и вот он. Песня называется «О госпитале». Всем бы так, а теперь я в медсанбате на кровати весь в бинтах. Что там слава, что там слава, медсестра и белый свет. Умер мой сосед, что справа, то, что слева еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал, послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так не протараться? Он, наверное, пошутил, мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все сменялся, все житие. Даже если мощи прели, все про ногу говорил. И издевался мной, встанешь, не увидишь лоб жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если бы я не коллега и слезал с кровати вниз, я тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку вам показать, каким я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы прав мне сказал. Ну еще одна песня. Очень хорошая, самая, одна из самых лучших. Без объявления, потому что вы все знают. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав. Нас в наших ссорах весна и покоя. Не стало хватать его только сейчас, когда он вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в так подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я нас было двое, да и меня спор.
мне отлегнул его, а вдруг на столе выйдет. На батаре тишина, он чех не вернулся из сбора. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам места землянки хватало вполне, нам и время тепло для обоих. Все-таки я думаю, только кажется мне, это я вернулся из сбора. Все-таки я думаю, только кажется мне, это я вернулся из сбора. Дополняя друг друга, чтобы люди нашли что-то свое, что трогало бы их душу. А бардовская песня – это язык сердца и души. А исполнитель бардовской песни должен донести прежде всего смысл песни, ее чувства. Дорогие друзья, для вас выступают участники спектакля «Я, конечно, вернусь», клуб любителей авторской песни гимназии Александра Сергеевича Пушкина, клуб студенческой песни «Причал» и городской клуб «Созвездие Музы». Встречайте! Повторю даже в образе злого шута, но не стоит предмет, да и тема не та, суета всех сует, все равно суета. Я дорву-то, ребята, за вас лопачу, может кто-то когда-то поставит свечу, мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу, даже если сулят золотую парчу или порчу грозят напустить, не хочу. На ослабленном нерве я не зазвучу. Я уж свой подновлю, подвинчу, подкручу. Если все-таки чашу не спить, не судьба, если музыка с песней не слишком груба, если вдруг докажу, даже с пены рта, я умру, но скажу, что не все суета. Останешься с ним.
ты жизнь, другую тебе дарована будет верный сурки глаз. Жизнь себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть начальника. При жизни быть приличным человеком. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои? Где тебя сегодня нет? На большом каретном. Ты виновна, каретному пройдешь еще вниз. Где твои 17 лет? А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? Каретном. А где твой черный пистолет? На большом. Туман, не нужна твоя преданность. Хватит тайгу запирать на засов. Тайной покрыта. Молчанием сколото, заколдовала природа шаман. Черное золото, белое золото ищет. Перед туманом ничто человек, но от тепла человечье. Даже туман поднимается вверх, выучи, вызубри, не забывай. И повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй. Несмотря по сторонам, через отчаяние,
молчали, тишину. Спешили женщины прийти на помощь к вам. Их бальный зал величиной во всю страну. Куда б ни бросила тебя, где б ни исчез, припомни этот белый зал и улыбнешься. Век будут ждать тебя и с моря, и с небес, и пригласят на белый вальс, когда вернешься. Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменит гитару электроорганы, электророяль. Отправляться и нам по следам моего погорячий.
обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И может свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Пусть даже внизу он слезы хватал с небес, внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лет, не похож на момент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не. Но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки не отпроснут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Грубая ложь на себя одеяло стянула.
мне чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама разбралась до нова. Голая правда божилась, крыла скинда. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на тонких и длинных ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правда налованный грош. Чистая правда со временем восторжествует. Если проделает то же, что явная ложь, часто разлив посту 70 граммов обратно, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь, могут расти это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварный ложь. Глядь на часы твои, смотри на коварную ложь. Глядь, огнем твоим правит коварная ложь. Большое спасибо за выступление, когда молодежь поет. Вот та работа, у вас есть офис какой-нибудь, контора, где вы репетируете, нет? Ну, в общем, вот, который нет, будем работать. Где-нибудь найдите, вот сейчас за этой колонной, ты увидишь там вариации на тему Конева Репеля. Сказать тем, как... Все, слов нет, если я забуду. Эту песню я бы хотел посвятить моим друзьям. Бесконечно талантливые ребята были вот в мое время. Просто, ну как мне с ними повезло. И по большей части они уже вот не виной. Долго говорить не буду. В общем, им посвящается эта песня. Кони привередливые. Красивый образ. Демпушка. Выпуска. И дума. Детский дым. Доля брызг, а над пропастью, а за мной ограды. Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, чтоб воздуху мне мало. Ветер бью, туман глотаю.
Уважаемые товарищи, согласитесь, что сегодня этот замечательный вечер удался на славу. Я не буду много говорить. Много было сказано добрых слов о Высоцком. Мы пришли с усвоимского землячества, чтобы отдать дань уважения и Высоцкому, и горячо и сердечно поздравить нашего друга Валерия Ивановича, который прошел и идет дальше по славному трудовому пути. Он в Усть-Выме начал свою деятельность в вокально-инструментальном ансамбле, который создал, а затем ушел наверх, в театр, и внес большой вклад в развитие культуры нашей республики. Славная земля Россия и земля Коми, которая дает таких талантливых людей, и мы видели сегодня это все в выступлении. Я не буду больше задерживать внимание. Хочу поздравить нашего дорогого друга здесь, пожелать ему больших успехов, и хочу вручить ему замечательную книгу «Мы шли вперед с открытыми глазами». Пусть она напоминает об усвоимском землячестве и обо всем. И желаю вам доброго, славного пути во всех делах, особенно на почве художественного оформления наших земли Коми. Спасибо. Я только хочу добавить, что когда мы в Доме культуры репетировали какую-то концертную программу, ее надо было сдавать, и нам говорили, что Мухин будет принимать, Леонид Мухин будет принимать, партийный секретарь, райком КПСС. Мы, конечно, все собирались, сам Мухин придет, будет принимать, теперь еще лучше, чем могли бы. Так вот нас как-то вдохновляло это все дело. Прежде всего, хочу я сказать большое спасибо всем организаторам такого замечательного концерта. И, конечно, нашему земляку Валерию Ивановичу. Я тут, так сказать, не притягиваю за уши, но еще одна дата, кроме юбилея, кроме дня рождения Владимира Высоцкого. 23 января исполнилось 90 лет организации «Ос-Авиахима ДОСА». Ну и что интересно, что Валерий Иванович после службы в армии был избран председателем Усть-Умского районного комитета ДОСАФ и внес свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. То есть это ему помогло и в дальнейшем учиться, и как раз одно из направлений своей деятельности он выбрал патриотизм. Ну и что скрывать, Владимир Высоцкий был и остается патриотом. В его воспитание много внес его дядя Алексей Владимирович Высоцкий. Многие, он фронтовик, артиллерист, и после войны создал много произведений документальных. На основе этих произведений и Владимир Высоцкий написал много песен. Поэтому все это, я думаю, неразделимо. Мы, досафовцы, ветераны Усть-Умского района, решили благодарность написать вот такого рода. Прошло почти 50 лет, как вы возглавили Усть-Умский районный комитет. Дорогой Валерий Иванович, получив необходимый жизненный опыт, вы успешно завершили учебу в музыкальном училище, консерватории, работая в Республиканском театре оперы и балета, Коми Республиканской филармонии. Вы воспевали для зрителей добро и любовь, преданность и честность, уважение к родине. Вы никогда не забывали свой родной район. Ваше музыкальное и изобразительное творчество для нас бесценно. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность за огромную патриотическую работу, которую вы ведете. Желаем доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству. Ветеран ДОСААФ Усть-Умского района, январь 2017 года. Ну и еще несколько секунд. Чистоту, простоту мы у древних берем. Саги, сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем. Владимир Высоцкий. Я хочу сказать просто пару слов. Одноклассница. Да. Очаровательным быть не может. Самое
красивые все модели моего галерея. Что-то понятно. Вот до сих пор. Короче, знак признательности, знак творчества, знак успеха твоего. Мы сердечно тебя поздравляем с этим днем. И от души благодарим розы. Это от нас, от одноклассников. Выпуска 66-го года. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, Валерий родился в Кучкулове. Детство и юность провел в Байкино. Себя считает сатылканцем. Я родился в городе Владивостоке. Детство и юность провел в Чувашии. С 70-х годов живу в Сатылкаре. Где моя родина? Как было сказано выше, СССР. На днях, в январе, я выпустил книгу. Она посвящена славным жителям Усть-Кулумского района. Здесь есть знатные люди и менее знатные, но все их объединяет одно. Все честные, порядочные, добрые и, главное, совестливые. На 88-й странице найдешь, Валерий, очерк о себе. Говорит, на 88-й странице. Земледорка рады нас. Ну, а к нашим поздравлениям присоединяется Екатерина Сафонова, член оргкомитета Усть-Кулумского землячества города Сыктывкара. Иди сюда. Валерий Иванович, просим подняться на сцену. Валерий Иванович, возьми. Спрятался от поздравлений, но ничего. Очень хорошая песня, товарищи. Песня в городе. Пойдем туда. Это так, что это не твое, а вот их можно. Дорогие гости, уважаемые одноклассники, которые приехали из Байкино. Дело в том, что сегодня очень интересный, счастливый день. Мало того, что сегодня мы в прекрасном зале Дома дружбы. Прекрасные условия для художественного творчества. И прекрасные ведущие, которые Светлана Игоревна Дроздова подготовила данное мероприятие. Но хочу сказать, что сегодня здесь и наш председатель, наше землячество первый и незаменимый. А теперь еще у нас есть один председатель, Козлов Александр Васильевич. Валерий Васильевич, кто у нас? Давайте, музыка? Еще кто? Художник? Поэт? Наверное, скоро еще и напишет. Но дело в том, что он еще и рыбак, он еще и охотник, он замечательный отец. И вообще нам повезло о том, что в нашем землячестве последние вот годы душой, изюминкой является, конечно, Валера. Дело в том, что Валера попросил, что тебе подарить. И мы не успели выучить замечательную песню, которую он тоже очень любит. И мы сейчас ее все-таки споем. Один раз мы уже пели ее. Что? А, ну да. Кто знает, то может подпевать. Подожди, у тебя есть микрофон? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на свой год свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, ко гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами сплыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Галь. В черно-белом преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?